Повторные землетрясения близ итальянского острова Иски зафиксированы рано утром в среду. Толчки магнитудой 2 разбудили местных жителей и туристов в 5 утра. Однако долго не продлились. Обитатели острова не пришли в себя после мощного землетрясения, случившегося здесь в понедельник. Работающие на месте эксперты указывают, масштаб разрушений оказался более значительным из-за несоблюдения норм безопасности при строительстве. Нелегальная застройка на Иске – настоящая проблема. Здесь многие здания строятся наспех, без проведения геологических и технических экспертиз. При землетрясении в понедельник на Иске погибли 2 человека, ранены 42. Сейчас на острове, известном своими термальными источниками, помимо населения, а это примерно 80 тысяч человек, находятся почти 200 тысяч туристов. Некоторые из них спешно покидают Искью.